В Твери установят памятник уроженцу Тверской области художнику Ефрему Зверькову, работы которого украшают коллекцию Третьяковской галереи, Русского музея, а также государственные и частные собрания по всему миру. С предложением об установке скульптуры художнику и почетному гражданину Тверской области в преддверии столетия со дня его рождения выступила Российская академия художеств. Эту инициативу поддержала Общественная палата города Твери. Подробности прямо сейчас. Бронзовая фигура высотой около 2,5 метра на гранитном постаменте установят в сквере на Студенческом переулке, около здания Тверского госуниверситета, где в свое время слушал лекции будущий мастер и где неподалеку на улице Медниковской находится дом, в котором прошли детство юной живописцы. Предполагается, что вокруг памятника будет благоустроена территория, чтобы каждый мог подойти к скульптуре и почтить память художника. Место, на мой взгляд, достаточно интересное. Это центральная часть города, это хорошая перспектива. Вблизи пешеходных дорог, между как раз группой музеев, которые находятся в центре нашего города. Расходы по установке памятника, его дальнейшему содержанию и обслуживанию возьмет на себя вдова живописца Любовь Шершова. Дополнительных вливаний из муниципального бюджета не потребуется. Торжественно открыть скульптурную композицию художнику планируется в начале октября текущего года. Работы экспонируются в самых престижных художественных музеях России и мира. Что отрадно, очень многие пейзажи посвящены нашей тверской природе, нашей тверской земле на его работах. Вот и здесь у нас представлен вот там вот август, это кусочек тверской земли. С 2016 года в Твери на улице Пушкинской работает галерея пейзажа имени Зверькова. Ефрем Иванович создал свое направление в искусстве национального пейзажа, которое получило признание как в России, так и за рубежом. Многие его работы, особенно изображения русской природы, считаются классикой отечественной живописи.